Добрый день, друзья. Канал Blackbeard Fishing. Меня зовут Юрий. Я уже на киевских точках. Судя по кустам, вы вряд ли будете знать это где. Но буду исследовать новые места и пытаться поймать какую-то рыбку в своем привычном режиме и привычной манере с вариацией проводок на каждом забросе. Поэтому не буду растягивать до прямого включения. Сейчас посмотрим, что здесь можем или не можем поймать. Обработаю точку веером и посмотрим, или принесет это результат. Вот он. Килушка, блин. Реально килограмм. Аккуратно так. О, давай, плыви, друг. Вот, коллеги, второй заброс. И такой же килушный окунь. Чуть-чуть более. Хоп. Впереди меня омут, где практически нет течения. Оптимальная глубина 4-5 метров и выход ракушечный под берег. Здесь он и стоит. На течении нет. Сработала рыбка. Приятный окунь. А может и судачок. Хорошенький размер. О, пошел наверх. Вот он. О, грамм 100, наверное. Хорошая расцветка. Красавчик. Вот он есть. Был на ракушечном перекате, играл я на течении. На месте приманка и получил свой результат. Давай, друг. Есть, друг. Рыбка. Вот оно, стеклянный амбал. Ох и размер, конечно, по сравнению с теми, что я ловил. Видели, друзья? Ну давай, друг, подрастай. Сейчас посмотрим, коллеги, может, будет что-то тут покрупнее. Хороший судак, наверное. О, вот это кабан. А что сработало? Ну? Полярис. О, красава. Очень крупный, хороший. Как для таких краев. Да, бомба. Не крупный, но... И то хорошо. Но не с выброса, а под берегом. Ветер большой. Хорошо бы ловить поменьше весом. Ну. Обрабатываем дистанцию более дальнюю.
О, это с выброса. О, киборг. О, красивая расцветка очень. Давай, друг, плыви. Итак, друзья рыболовы, уже на точке сбора, собрал спиннинги. Как вы видите, сильный ветер, прошлись с другом по точкам, чуть-чуть поймали, как для пару часов, в принципе, более-менее нормально, но не погода. Больше ничего не добавлю, потому что будете смотреть на видео. Рыбалка была так себе, посредственная. Буду дальше искать новые места и вам показывать. Вы обязательно активничайте и ждите новых видосов. Всего доброго и мира вам!